Всем привет! Сегодня я покажу вам заказик. Ивановский текстиль пришел. Я заказала в основном постельное белье. И заказала несколько образов. Ну, в основном футболочки, потому что сейчас лето и хочется футболочки разные менять. Вот такая футболочка. Одну я заказала из вискозы, потому что, ну, я заметила, что летом, в общем-то, вискоза, в принципе, это комфортно для ношения. И она не мнется, ничего. Ну, вот такого цвета, вот лилия называется. Но вискозу я почему-то заказала 52 размера. Не знаю, обычно я вискозу 50 заказывала. Ну, видимо, просто уже по запарке. Потому что трикотажные футболки заказываю как 52, как свой размер. Ну, в общем, такая футболочка. Я ее одену, вы посмотрите, как она на мне смотрится. Ну, а вот эта футболочка, вот это вот как раз я заказала. Мне и цвет тут понравился, и рисуночек очень интересный, девочка нарисована. Ну, вот это уже трикотаж, 52 размер. И, в общем, это то, что мне как раз вот такой цвет. Мне сейчас летом почему-то в этом году вот больше вот этот цвет нравится. Такой приятный, да? Ну, посмотрите, как оно будет выглядеть. А вот такая вот футболочка, смотрите, она с длинным рукавчиком. И вот такого желтенького цвета у меня футболка уже была, наверное, лет 10 назад. Она мне очень нравилась. Я ее заносила вот уже, да я не знаю, до какого состояния. И им тоже была с длинным рукавом, тоже была трикотажная и такого цвета. Только здесь еще немножечко вот есть такая вот штучка вот висит интересная. И вот здесь такая вот. И здесь такая штучка. Вот. Ну, вообще, вот именно такую я хотела. Это как раз вот поддевать зимой хорошо. Под свитер или что-то. Ну, тоже посмотрим, как она будет выглядеть. Это если прохладно, можно будет и одеть как раз с рукавчиком. Заказала я себе еще вот такой вот костюмчик. Это вискоза. Вот это 50 размер. Я вискозу 50 люблю. Вот такой вот он костюмчик. Удлиненная футболочка. Вот с таким вот летним рисуночком. Сзади темная спинка. Это такой не черный, а темно-синий цвет. Хотя он как бы кажется, что черный. И бриджики. К этому костюмчику тоже темно-синие однотонные бриджики. Ну, из одежды это все. А еще я заказала полотенчика. Но вот на этот раз я заказала
полотенце не Узбекистан, а китайское. У него другая махра, она идет более плотная, и она как бы более мягкая кажется. Другой рисунок у них уже идет. И также это 50 на 90, мой любимый размер. Вот такой вот 50 на 90. Такое полотенчико, оно идет подороже немножко, чем Узбекистан, но оно, правда, приятнее, вот нежнее, что ли, кажется, на ощупь. Ту-ду-ду-ду! Заказала я два комплекта постельного белья двухспального. Это бяз. Один дочке, другой себе. Но так как в этих комплектах идут наволочки 60 на 60, я заказала еще отдельно наволочки. На розовый комплект я заказала 3 наволочки. И на голубой комплект еще 2 наволочки. 50 на 70 у нас подушки. Поэтому наволочки заказать пришлось отдельно. Ну вот наволочку я вам решила показать. Это розовые наволочки. 50 на 70. Это бяз. Вообще, девочки, хочу вам сказать, бяз просто обожаю. Во-первых, ну, она гладкая-гладкая ткань. Вот я приобрела почему два комплекта сюда, именно в дочкину квартиру. Ну, один комплект ей, а другой комплект себе. Потому что у нее постельное белье из других тканей, у нее в основном там сатин и еще какие-то другие ткани есть. Но я уже много лет сплю на бязи, и прям я кайфую от нее. Ну, во-первых, это очень гладкая ткань. И она прохладная. Вот летом, когда ложишься, и вот там, где лежишь, нагрело это место, а потом я переворачиваюсь на другое место, допустим, или даже ногу подвину на гладкую и прохладную поверхность. И прям приятно, приятно. При том, что это ткани прочные, они долговечные, и много лет, на много лет хватает. Поэтому я уже решила, что дочке я, во-первых, подарю, чтобы у нее было, пусть она прочувствует, что такое бяз. Ну, а сама буду здесь спать, и на другом диване сплю, она на кровати, я на диване. А себе я купила уже комплект тоже бязи, чтобы он был чисто здесь, в этой квартире. Вот. Ну и наволочки, соответственно, к подушкам, чтобы они были по размеру. Откроем другую еще наволочку, голубенькую. Голубенькая вот такой, расцветочки, тоже 50 на 70. Ну все, мои хорошие, в общем-то обзорчик оказался небольшим на этот раз, потому что, в общем-то, в основном постельное белье, мало одежды я заказала на этот раз, но я довольна тем, что два комплекта постельного белья, наволочки, полотенчики, вот это все, просто уже теперь застелить на постель и радоваться, и спать, кайфовать. Ну а кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока-пока!